Тельняшка как мотив для убийства. Советский суд вынес приговор в отношении двух жителей областного центра, которые сильно избили своего собутыльника. Позднее от полученных травм мужчина скончался. Перебранка произошла весной прошлого года в доме номер 35 по улице Собинова. Трое сильно пьяных ивановцев поспорили, имеет ли право носить тельняшку тот, кто в армии не служил. В результате драки одного спорщика госпитализировали. В суде обвиняемые, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, вину не признали. Но улик хватило для строгого приговора. Приговором Советского районного суда данные лица были признаны виновными. Им назначено наказание. Одному подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму подсудимому 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания также в исправительной колонии строгого режима.